Молодежь Армении должна понять, что Пашинян – предатель армянского народа и ведет Армению к полному уничтожению. Если он будет оставаться у власти, и молодежь Армении, а также взрослые люди Армении будут продолжать его поддерживать, то не будет никакой Армении в течение лет 5, как уже нет никакого Карабаха в том виде, в каком он был нужен армянам. И Армении не будет вообще. Вот увидите.